Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Wolf Frozen Fire. Сегодня я продолжаю проходить игру под названием Dead Rising 2 of the Record. В прошлой серии, как вы помните, мы узнали, что Stacy Forsythe работает в компанию Ferrotrans, которая производит Zombrex, и которая, в общем-то, и начала это нашествие. Мы ее убили, эту Stacy Forsythe, и также дали Zombrex TK, за что мы, можно сказать, и поплатились, потому что... Тикей украл Ребекку и просит, чтобы мы ему манатки доставили какие-то. Какого черта, ребят, хочется мне спросить, но неважно. Пойдем доставлять, в общем-то, в этой серии еще манатки этому негру. Ну и, соответственно, финальный босс не за горами. И, ребят, давайте на этом видео наберем 20 лайков. Да, я знаю, что я в прошлой серии говорил, что ну это финальная серия, ребят, будет. Давайте наберем 20 лайков. Давайте на этой, ребят, серии наберем 20 лайков. И я буду просто счастлив, потому что это уже 100% будет финальная серия, как вы понимаете. Ну и я думаю, что за прошедший день рождения, который у меня был 8 числа, и, можно сказать, за финальную серию, я надеюсь, вы сделаете мне такой подарок. Я же не прошу ни с кого деньги, там, не знаю, или еще что-нибудь. Для меня самая лучшая поддержка от вас это лайки, ребят, на самом деле. Лайки, лестные комментарии, ну и подписки на канал, конечно же. Так, у меня скоро, кстати говоря, 31 левел будет. И это очень даже неплохо. А, то есть теперь зомби стали нормальными, что ли? Подожди, в смысле? А, нет, зомби остались. Я-то думаю, мы вот эти штуки уничтожили, но газ все равно распространяется. Ладно. Я сейчас иду, конечно же, не по стрелке, потому что мне надо купить зомбрекс, который скоро понадобится Фрэнку. И я еще хочу купить две секиры, конечно же. Я смотрел у других людей прохождение, не знаю, откуда они столько зомбрексов-то нашли. Но там чувак как раз-таки Гатун. Он взломал с помощью артмани себе там 1 миллиард долларов, что ли. И поэтому он, наверное, зомбрекс и купил. Вот. 200 тысяч в смысле? А я что за 150... 400 тысяч? Ты что, больной, что ли? Где я такие тебе бабки достану? Больной, нахрен, на всю голову. Реально больной какой чувак. Ладно, давайте купим копье. Два копья. Компрометирующие фото. Ну что, погнали, что ли? Так, эту я секиру выкину. И мы пойдем искать компрометирующие фото Негритосу. А что за компрометирующие фото? И на кого они сделаны? Мне хочется узнать. 51 тысяча долларов у меня осталось. Блин, это мало. Ну да черт с ним. Давайте взломаем автомат. А то вдруг мне деньги опять понадобятся. Надо бы еще в Palisades заглянуть за винтовками, ребят. Я думаю, это не помешает сделать. Так, тут есть у нас сливки. Печенюхи, все дела, да? Так, заходим. Компрометирующие фото есть. Ага, что тут у нас? Невинно развлекающийся генеральный директор Финотранса. Думаю, он хорошо заплатит, чтобы эти снимки не попали в газеты, правда? А, это типа компрометирующие фото на... Финотранс, овертайм. Спасти Ребекку, место городская арена. Тики требует, чтобы я принес ему несколько предметов в обмен на жизнь Ребекки. Я понял. Но мы же не все предметы еще достали. Вот черный охренел, блин. Нет, я к неграм, кстати, нормально отношусь. Я даже, можно сказать...
Не симпатию проявляю, ну так, нормально. Мне, в принципе, нет такого отвращения, можно сказать, к ним. Нормально отношусь. Единственное, кому я не очень доброжелателен, это к жителям южного, ну, к южным народам. То есть кавказцам каких-нибудь, армянам. Знаете почему, ребят? Это просто даже не дискриминация, можно сказать. Просто, когда они приезжают в нашу страну, многие из них ведут себя очень нехорошо, мягко говоря. Как будто они короли, а все остальные подчиненные, можно сказать. Хотя какого черта они это делают, если они всего лишь в нашей стране гости, можно сказать. И именно этим они мне и не нравятся. Так-то у меня там нет никаких там, я не знаю, дискриминации по внешности, типа, ой, они выглядят не так, как я, поэтому я их ненавижу. По этому поводу мне все равно, как люди выглядят. Если честно. Вот именно из-за того, что... Из-за их поведения мне они не нравятся. Вот. С этим, я думаю, со мной даже многие согласятся, люди. Да ёлы-палы. Промахнулся. Так, 2400 зомбарей убили. А где запас зомбрекса-то? А его вколоть себе можно, этот запас зомбрекса? А то бы я себе вколол этот запас зомбрекса. Надо еще подкрепиться, восстановить хп. Нам налево, что ли? Или куда? Нет, по прямой показывает. А теперь вот сюда. Ёлы-палы. Норовят подойти, а? А, вон он там. Ну там вообще-то еда была. Мне скоро понадобится зомбрекс. Хорошо, что Финатран составил корзинку, набитую препаратом. Дорогой шампанское. А шампанское-то тебе дорогое зачем? Прикиньте, он опять бы миллион долларов попросил. Я бы охренел просто. И, наверное, закончил бы прохождение. Или взломал с помощью читов артмани, конечно же. Зачем заканчивать на этом, да, ребят? Ну и получается, мы всех боссов, ребят, убили. Остался тикишка наш, дорогой. Все, боссов больше в этой игре нет, ребят. Да, можно сказать, проспойлерю вам, что мы будем с ним драться. Ёлы-палы. Что ж такое? Это уже ненормально становится, отвалите. Ребят, а ну спокойно. О, байк! Байк — это круто. Запиваем все это пивасиком дело. Так, меня куда там ведет-то? Эй, стрелка! Почему ты лагаешь? Нам сюда, что ли? Да ё-моё. А ну, отвали. Опа! Я же говорил, тут секретуха осталась с зомбрексом. Я так и знал, черт возьми. Ладно, не буду брать апельсиновый сок. Так, нам надо выход, да? Вот сюда. Серебряную аллею. Погнали, ребят. Найти бы тачку или байк.
хоть что-нибудь. Так, что тут у нас? Вот оно, да, дорогое шампанское? Это мое любимое шампанское, Фрэнки. Ты там с ним поосторожнее, хорошо? Хирургическая нить. А хирургическая нить... А, ну для Ребекки. Чтобы ее вылечить, да, наверное? А во второй части, ребята, она умерла, Ребекка. Ей прям в голову стрельнули, и там прям дупло такое образовалось. Естественно, ее не спасти после такого. Ёлы-палы. Вояки еще, блин, мутировавшие. Тут у нас, понимаешь ли, да? Так, овертайм. Раз, два, три, четыре. Шелковые мужские трусы-то тебе зачем? Боже, ты ненормальный. Марля, обезболивающее. Вот я... Вот остальное все понятно для Ребекки. Обезболивающее, марля и все вот, в прочем духе, медикаменты. Шелковые мужские трусы. Ты что, не можешь купить? Или они какой-то специальной фирмы, я не знаю. Да хрена они тебе? Хочется спросить, конечно. Где-то в уран-зоне эти шелковые мужские трусы находятся. Так, еще давайте попьем и пойдем дальше. Подкрепимся, так сказать. Так, бери водяру. Он, по-моему, больше всего хп восстанавливает. Ну, нежели чем пиво или вино. Такая вот гадкая жидкость, можно ее так назвать. О, 31 левел, замечательно. Раскат грома, да? А у меня, по-моему, в конце игры был 33-й, ну, во второй части. Я, однако, быстрее прокачивался. Так, вот они. А, нет, это нить сначала. Я вижу, ты нашел хирургическую нить. Мы сможем залатать раны твоей девки, если будешь себя хорошо вести. Так, шелковые мужские трусы, марля обезболивающие. Что, пойдемте искать шелковые мужские трусы? Пелисейд, о, как раз. Возьмем винтовки. Почему бы и нет? Убьем этого тикея с помощью винтовок. Хотя мы не сможем, на самом деле, с помощью винтовки его убить. И вы знаете потом почему. В принципе, наверное, винтовки можно и не брать, по идее, они не нужны. Мне потом оружие все отберут, ребят. Ну, узнаете, узнаете, что будет. Уже, наверное, задолбали. Сдолбал я вас, точнее, спойлерить. Ну, что уж поделаешь. Такое тоже может быть.
Так, что, погнали? Что ты будешь делать? Так. Продвигаемся, черт возьми. Нет, все-таки винтовки я возьму, потому что у меня оружие ближнего боя уже заканчивается. Серьезно. На второй этаж, что ли, нам? Ни хрена, ну ладно, погнали. Какие проблемы? Слава богу, что мародеры исчезли. Потому что мародеры вообще ни к черту сейчас. Не сдались они мне нафиг. Ладно, все, хватит, наверное, да? Хотя нет. Давай еще возьмем дробовиков. Ну, три дробовика, я думаю, хватит. Быстрей. Сколько там часов осталось-то? Полтора часа. Ну, чуть более, час 40. Так, да, все правильно. Здесь они, что ли? Готово. Мне нужны новые трусы. Тебе стоит убедиться, что это мой размер. XXL, понял? У тебя что, такая огромная жопа, что ли? XXL, блин. Не, реально, ребят, XXL это слишком огромный размер. Так, ладно, Марля. Пойдем найдем ее. Че, купим, может, что-то? Кулич от Чеппера, 1 250 000. Нет, спасибо. О, перчатки Фредди. Давайте пару купим. Ой, не то. Да не то, бери перчатки. $1775 осталось, замечательно. Ну, у меня два зомбракса есть, так что ничего страшного. Больше-то мне деньги не нужны. Так, марля и обезболивающий осталось. Все, почти все, можно сказать, принесли ему. Еще немножко, ребят, помотаемся и пойдем грохать этого черного засранца. Не знаю, почему эти афроамериканцы обижаются, когда их называют неграми или черными. Меня есть назвать белым или поганкой какой-нибудь, я бы не обиделся на самом деле, ребят. Даже если бы меня темнокожий так назвал, афроамериканец какой-нибудь. Чего в этом обидного, я не понимаю. А когда нас вот, например, белыми называют, это же не считается как расизм. А если афроамериканцы черным назвать, то сразу расизм. Готов, засранец.
Фудкорт. Пойдемте в фудкорт. Это закусочный, что ли, фудкорт? Видимо, да. Да, закусочный. Так и переводится. Почему не фудкорт написали? Закусочный именно. Ну, не знаю. Ну да, в принципе, так и есть закусочная. Какая разница? Почему все эти монархи этого негра не могут в одном месте находиться? Ну, сейчас хватит опять. Ну, закусочный, как всегда, много еды. Можно набрать, конечно. Но не сейчас. Марля, 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 марля. А я думал, в закусочных эта марля где-то находится. Но нет, нам надо идти дальше. Слутранчик где-то, что ли, я так понимаю. Уже, кстати говоря, подгорают эти задания. Так что лучше поторопиться. Где-то здесь, да, марля? Я тут бывал, но ее тут не было, к сожалению. Уже 10 тысяч почти, да? 9,5. Вот и марля. А, да, мне кажется, они пригодятся твоей Ребекке, чтобы остановить кровотечение. Ничто другое не помогает. Не помогает. Окей, я тебя понял, Тикей. Какие проблемы? Обезболивающее осталось. Магазин Роя. Магазин Роя — это Royal Flash Plaza, насколько я помню, да? Да. Магазин Роя, Royal Flash Plaza. Точно помню. Пойдемте сохранимся, что ли? Почему бы и нет? На всякий случай. Так, мне еще 41 минута осталось. Ну, до принятия Зомбракса. Я думаю, за это время можно успеть Тикей грохнуть. Ну, я все равно вкалю, у меня же он есть. Слава богу, деньги оставались в запасе. Овертайм. Овертайм — это приходится как дополнительное время как раз таки. Овертайм. Overwork. Overwork переводится как сверхурочно, то есть ты работаешь. То есть там еще дополнительную плату. Ну, вот как раз овертайм — дополнительное время. Supplement еще дополнительно переводится. Но я знаю, что можно сказать supplement ingredients. А, то есть дополнительные ингредиенты. То есть там же, допустим, например, слово barbells в английском языке переводится как блины. Но блины от штанги, ребят. Я такой еще, ну, сказал американцу, общался просто. Barbells. I want to eat some barbells, да? И он так еще поугарал надо мной. Ты что, думаешь, будешь эти, что ли? Железные блины есть. А я думал, что блины еще так переводятся, как... Ну, обычные, которые бабушка нам готовит, блины. Вот. И такие недопонимания иногда возникают. И можно очень нелепо выглядеть, можно сказать. Да, мне нужны эти болеутоляющие, чтобы заткнуть рот твоей маленькой сучке. Ее нытье портит мне настроение. Вернитесь на арену, чтобы спасти Ребекку. Че, у меня два одинаковых задания, что ли, по сути? Погнали отсюда. В арену, что ли, пойдем? Ну да. Она недалеко. И все, ребятки, это получается серьезно последняя серия.
Слава богу, успел до выхода Dead Rising 1 допройти его за рекорд. Я, наверное, сейчас буду быстро серию выкладывать, чтобы успеть. Может, даже две в день выложу. Такое может быть, тоже может быть. Ну, предзагрузку еще сделаю. Было бы неплохо. Так, давайте подкрепимся перед битвой с Тикеем. Он и еду, по-моему, отбирает, насколько я помню. Так, 11 минут осталось до принятия Зомбракса. Как раз в арену успеем дойти. Ну, арену, точнее. Побыстрее бы эти... Это время заканчивалось. Черт, я не туда иду, что ли? Стрелка что-то лагает. Нет, нормально. Все туда. Как раз Зомбракс перед битвой с Тикеем принимать буду. Приму, так скажем. Ну, второй Зомбракс мне больше девать некуда, ребят. Знал бы, не купил бы Зомбракс за 200 тысяч. У меня был бы сейчас 209 тысяч в запасе долларов. Почти 210. Опять эти зомбари пристают. Будь они неладны. Отвалите, мать его. Так, давай сохраняться. Перед битвой с Тикеем надо сохраниться, ребят. Как вы понимаете. Это сделать не помешает. Все, облегчился, что ли? Готово. Там еще есть, конечно же, автозагрузка. В принципе. Поэтому это не имеет значения, сохраняться тут или нет. Но мало ли что, вдруг игра вылетит, не дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб такого не было, да? Так, городская арена. Ну что, ребят, погнали. Последний бой. Че он там поет? Че-то пел про Фрэнка. Я даже не расслышал. Так, надо пить съесть. Ай! Отвалите, зомбари! Да что ты будешь делать? Они что, все живые, что ли? Не, не все. Только один был живой. Так, открываем. Вот подлюка, а! Электрошокером нас долбанул. Пришло время нашего особого гостя, Фрэнки. Козел, а? Ну, мы тебе покажем, где раки зимуют. Дамы и господа! Я знаю, что это волнительно смотреть последнее выступление. Всеми забытой знаменитости известного неудачника Фрэнка Уэста. В прямом эфире прямо сейчас. Фрэнк, Ребекка, твои фанаты обожают тебя, Фрэнк. Они готовы живьем тебя съесть. Ты знаешь, Америка, какое пришло время? Время расплаты.
Что-то оно до кнопки какой-то движется. Выжить, я понял. Берем гринделек. Видите, все пушки отобрали, как я уже говорил. Возвращаемся к истокам, да? Так, еле-еле успел. Уходим, уходим. Ну давайте, давайте, ребята. Зомбари. Кто следующий? Who is next? Ёлы-палы, а? Да не туда ты прыгаешь, твою мать. Ладно. Быстрее, 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 быстрее. Дробилки, используем дробилки. Да что ты будешь делать? А, последняя дробилка, последняя, последняя. Да хватит. Не то нажал, не то нажал. Так, пьем сок. И пойдемте отсюда, ребят. Что ж этот тикей никак не успокоится? Чертовы дери. Этот тикей говорит, пришло время стать известным, фрэк. Известным лузером. Я просто слышу немножко так, что он говорит, но все равно тихо. По сравнению с музыкой, это довольно тихо. Все, что ли? Чуть долго было, однако. Ребекка умирает, короче говоря. Так, она спустила нам трос. Давай, Фрэнки, покажи, на что ты способен, да? А, то есть он лезть не будет? Ах ты, сука, такой, да? Давай, 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 давай. Чё тупишь? Ух, ни хрена он ее вырубил. Блин, так... Зрители не участвуют в этой игре. Шоу еще не окончено, Тикей. Правда? Не только... Не то, но только не для твоей девушки. Если ты хочешь... Если... Только ты не захочешь поиграть в доктора. Какого такого доктора? Из Бразерс, что ли? Ладно, шучу. У меня опять лагает, короче, управление, ребят. А, вот сейчас не лагает. Ну-ка. Иди сюда, Тикей. Так, он куда-то ушел. Берем прожектор. Трубу. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, спокойно, он УЗИшку достал. Я тебе покажу, тварь. Ух ты. Надо покушать.
Ой! А Ребекка-то подыхает. Черт ее дери. Я пытаюсь. Так, все. Лечим Ребекку. Ух ты, тварь. Да ёлы! Пошел ты, негр. Да ёлы! Опять. Я забываю про то, чтобы подхилить Ребекку. Ты задрал. Опять. Подхилить Ребекку. Да ёлы! Отвали! Да что ж ты будешь делать? Я, ага, хер тебе. Сам будешь целовать свою жопу, негр. Ребекка, надо подхилить тебя, что ли? Да пиздуй отсюда, негр! Все, он меня убил. Да почему-то, ёлы-палы! Ой, Ребекка погибла. Так, ребят, надо какую-то тактику против него использовать. Итак, ребятки, еще раз. Сколько, какой я? Третий раз уже его пробовал убить. Да ёлы-палы, ну нихера. Уворачиваться не успеваешь. Так. Козел. Че, убегает? Тогда лечим Ребекку. Он идет. Идет, 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 бля. Ребята, это нереальный босс. It's unreal. It's unreal, ребята. Ух ты. Опять бы доспел, да, Негритос? Ага, хрен тебя. Ой-ой-ой. Опять, да, надо Ребекку хилить. Ребята, у меня просто слов нет. Это пиздец, а не босс какой-то. Да какого хера одно хп восстановилось? Вы чё, стебётесь от апельсинового сока? Да получай ты, засранец. Сейчас надо отойти немножко. Подхилить Ребекку. Да, блядь, вот это меня бесит. Все, отходим. Тикей. Хот-дог. Съесть хот-дог. Он мне даст съесть худок, нет? Съел. Давай. Опа, опять, да? Да что-то он прям много хп отнимает.
Unreal. Unreal, Unreal, Unreal. Опять! Черт, и не уходит главное. Так, Ребекка. Опять, а, засранец. Да ёлэ. Добивай его! Фух, ребят. Извините, что вообще не комментировал, но этот босс просто был нереален. Я серьезно вам, ребят, говорю. С третьего раза я его завалил. Вообще очень трудный босс. Самый трудный, наверное. Так. Это еще не все, Тикеюшка, да? Но всех боссов я убил, ребят, в этой игре. Тебе придется! Рискнуть всем! Если ты хочешь! Да пошел ты, негр! Приготовился к смерти! С третьего раза, да, я убил, как уже сказал его. Ну, я это все вырежу, как я там умирал. Один раз. Один раз оставлю. Все, Ребекка жива, да? Эй, Ребекка, ты готова уехать отсюда? Эй, как ты смотришь на то, чтобы мы представили этот репортаж широкой общественности? Фантастика. Угу. Нормас, да, Фрэнк? Запекапил цыпочку, да? Ой, я так испугался! Ну, я это знал, на самом деле, ребят, про этот скример. Так, давайте пропустим как-нибудь. Можно ли это пропустить? Эй! Ну, в общем, на это все, ребят. Игра получилась просто великолепной. Очень рад был пройти ее для вас. Ну, точнее, вот это дополнение, можно сказать. Но тут было, как я уже сказал, все то же самое, как во второй части. Но изменили парочку боссов, добавили локацию Uranus Zone, изменили главного персонажа на Фрэнка Уэста из первой части. В общем, ребят, будем ждать Dead Rising 1 на ПК. Всем спасибо, кто был на протяжении всего прохождения. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.